Показать свое чувство юмора, оригинальность и музыкальные способности. В Серпухове прошли полуфинальные игры клуба веселых и находчивых. 8 команд поборолись за главный приз – выход в финал Серпуховской лиги КВН. Играть в КВН здорово, так считают участницы команды «Молодежка». Для девушек эта игра уже 11-я, но перед выходом на сцену они все равно каждый раз испытывают волнение. У нас, конечно же, будет первое место. Надеемся на проход в финал, очень надеемся. Да, нас, потому что очень хотим финал. Начали приветствием, продолжили музыкальным биатлоном. Бурными аплодисментами болельщики поддерживали участников перед каждым выступлением. Острота шуток, меткость слова, актуальность материала, продолжительность оваций болельщиков и, конечно же, актерская игра участников. Учитывается все. Поэтому готовиться к выступлениям долго и упорно. Редакторы проходили тяжело, но это рабочий процесс, это подготовка. Зритель должен увидеть конечный и смешной результат. Мы же видим долгую, кропотливую работу, и поэтому команды будут сегодня делать вид, что они не уставшие, а счастливые и бодрые. Да, я надеюсь, они выспались перед игрой. Ребята из команды «Фотосинтез», выходящие на сцену днем ранее, сегодня болеют за своих друзей из «Молодежки». Нас связывают достаточно длительные дружеские отношения. Вот. Еще у них юмор классный, да. Интеллектуальный, никого не обижает. В общем, очень будем рады за девчонок, если они пройдут, и за ребят тоже. Финал, в который прошли 6 команд, обещает быть жарким и очень веселым. Организаторы и конкурсанты уже готовятся к следующему этапу. Новый формат шуток и отличную подготовку ребята продемонстрируют на главной игре года.